согласитесь, друзья мои, что без электричества в наше время сейчас очень плохо, не очень хорошо прожить как в городе, так и в деревне. Электричество – неотъемлемая часть нашей современной цивилизации. Свет горит, есть освещение. Вот так вот, ребятки, с электричеством хорошо, а без него вообще труба. Ой, труба какая тяжелая, точнее сказать, лестница. На всякий случай лестница всегда наготове стоит, мало ли что где-то может пригодиться. Залезть куда-то, что-то слезть. Вообще, живя в деревне, ведя свое хозяйство, нужно очень много вещей. Хотя, с другой стороны, занимаясь профессионально какой-то любой деятельностью, любой, неважно, там, сельским хозяйством, частным извозом, грузоперевозками, какими-то другими делами, деревообработкой, нужно всегда постоянно иметь каких-то много аксессуаров, вещей для того, чтобы выполнять качественно свою работу, качественно, быстро. Да тому же звукорежиссеру, тому же музыканту нужно иметь обязательно вместо одного рабочего микрофона два, а лучше три микрофона рабочих. В одном батарейке сели, в другом там что-то еще. И один обязательно, по теории вероятности, всегда будет работать. Так что вот так вот. Ну а я что, друзья, я сейчас отвечаю на ваши вопросы, продолжаю отвечать на ваши вопросы, те, которые вы мне пишете, те, которые вы мне задаете. Прозвучали вопросы рассказать, сделать обзор про мою роторную косилку, полячку. Ну, друзья, таких обзоров очень много в интернете. Если вы откроете, то можете с удовольствием посмотреть. Теперь переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос такой. Попросили меня, уже несколько комментариев было в разных видео. Покажите схему переключения трактора МТЗ-50, МТЗ-80 и трактор Т-25. Вы сами можете найти это на просторах Ютуба и в других каких-то социальных сетях, технических группах. Так, ну а я сейчас выполню. Сейчас я возьму лист бумаги, уже приготовленный заранее для вас. Зайду в гараж и сяду в трактор, в кабину трактора, и покажу для вас схему переключения данного трактора МТЗ-50. Они, в принципе, идентичны с 80-кой. Ну и просто для вас покажу. Повключаю скоростя. Вот так вот. Ну что, готовы? Вот так трактор стоит в гараже. Открыта дверь. Специально приглашает нас вовнутрь. Внутрь кабины. Так, сиденье я еще не отремонтировал, да и вообще не занимался я. Спинку надо ремонтировать, перекрыть ее. Все это у нас есть уже. Так, залазим в кабину залазим. Опа! Вот так вот. Так, сейчас я вам, ребята, все дело это покажу, объясню, покажу. Так, что же я вам хочу показать? Вот, на старом месте, здесь вот изначально были наклейки. Ну вот уже я уже красил уже здесь. И вот такая вот раньше была такая маленькая схема. Сейчас я вам ее в увеличенном покажу. Вот такая вот. Вот видно, кому это полезно, интересно. Всего вот повышенная, пониженная. Пониженная, повышенная обозначает цифра. Пониженная — это цифра 1, повышенная — цифра 2. То есть всего на тракторе представлено 9 передач. 2 передачи заднего хода. Вот задний ход
ЗХ написано. Повышенные передачи, пониженные передачи. Ну, это вот очень хорошо по цвету различается. Стоит рычаг посередине переключения передач. Вот данные передачи. То есть нажимаем сцепление. И вот пониженная. Сейчас включена повышенная передача вот сюда, вот так до конца. Чтобы включить пониженную передачу, надо перевести рычаг в это вот положение. Вот так вот. Снова сейчас включим повышенную. Вот рычаг ходит у нас вправо-влево, вправо-влево. Вот так вот. Сюда вот вводим вправо до упора. И рычаг переводим вперед. Здесь включается первая или вторая, то есть это повышенная или пониженная передача. Если перевести его сразу же рычаг назад, вот так вот, то это включаем заднюю передачу. Задние повышенные, пониженные и задние передачи, вот так вот. Так, выключаем это, и вот снова в нейтральном положении. Вот так чуть-чуть включаем вперед, вот так вот раз, включаем девятую передачу. Вот она включена, девятая передача. Она немножко так идет под наклон рычага. Вот она стоит, девятая передача, она идет повышенная всегда. Это транспортная передача, то есть на транспортных работах где-то. Смежная передача, это шестая и третья, вот видно. Это назад сюда выходит шестая и третья передача, вот она включается. Это тоже рычаг стоит, вот если смотреть вертикально, так вот он относительно маленько заваливается вправо. Вот так, сейчас выключу я. Так. И еще остались две передачи, это седьмая и четвертая на одной стоят положении, пятое и восьмое. Вот так вот переводим сюда. И вот, вот тут уже повышенная и пониженная есть. Вот включаем, вот она. Четвертая передача, седьмая передача. А, нет, четвертая, седьмая, вот. Пятая, восьмая передача. Что рычаг этот мешает вот при выполнении работ. Сейчас стали рычаги стали переносить по лесу, делают на правую сторону, вот здесь под правой рукой. То есть тут ставят другую крышку, кулису другую ставят, крышку сверху другую, и рычаг находится с правой стороны. Вот отсюда. Вот. Включать хорошо, как бы считается. Ну, я не знаю, мне вот так вот привычно. Конечно, вот вылазить, залазить, тут немного неудобно как-то вот бывает. Иногда такие моменты кажется. Ну, а так в целом, не знаю, мне нормально. Ну, вот так в целом, по идее, вот рулевую колонку бы сделать, чтобы она откидывалась. Потому что она здесь просто намертво зафиксирована. Вот. Стоит в МТЗ-80, там колонка рулевая откидывается и регулируется по высоте. Ну, это, конечно, интереснее, гораздо интереснее. Ну, она, в принципе, это... Ну, что этот трактор выпускался в середине, как говорится, прошлого века, 20 века, он морально устарел, но, несмотря на это, выполняет все равно все поставленные ему задачи и функции. Так что вот так, ребята. Еще раз показываю коробку перемены передач. Вот, ну, надеюсь, удовлетворил ваше любопытство и ваши просьбы. Все. Ну, а трактор что, стоит в гараже, ждет своего часа ремонтировать. Я его еще не ремонтировал, все еще
только предстоит. Да на улице холодно, просто лазить как-то неохота, неинтересно. Ну а мы, друзья, переходим к вам с вами к следующему вопросу, который вы мне задали. Так, вот это агрегат. Наверное, не все знатоки знают, что это такое. Хотя догадываться, кто-то знает, кто-то. Мое поколение, наверное, помнит еще это устройство. А помоложе ребята уже, наверное, такого и не помнят. А называется это просто жалюзи. Да-да-да-да, жалюзи. Раньше на старых тракторах марки МТЗ-50 и еще раньше, наверное, были такие времена, ребят, которые помнят это. Устанавливались вот такие вот жалюзи на радиатор. Это сейчас на современных тракторах стали устанавливать шторки. Раньше ставили вот такие вот жалюзи. Ставили они, крепили перед радиатором. Так, вот это вот так вот. Вот так вот они стояли. Вот тут вот есть фиксирующие устройства. Это, вот они немножко уже. Так, что они? А, вот так вот. Вот так вот здесь рычаг фиксирующий. И вот механизмом вот так вот туда-сюда. А, вот тут вот надо подложить. Вот так вот я сейчас открою, наклоню, и будет вот открывались эти жалюзи. Так вот, раз, сюда, так вот. А вот жалюзи открыты. Вот тут, а, вот тут вылетает одна. Сейчас вот так ее ставим. Вот. И вот они так вот, таким образом регулировались. Открывались шарнирно. Вот за эти жалюзи нашел я на одной разборке. Попросил у человека их. Он мне с удовольствием. Поменялись мы на железо. Хотел я их поставить на свой трактор. На моем тракторе, на МТЗ-50, стоял радиатор. Родной МТЗ-50, радиатор от МТЗ-50 и от МТЗ-80 различается тем, что там на МТЗ-80 разборные бачки. Кто-то мне пишет, тебе, Владимир, надо поставить на трактор жалюзи. У меня на тракторе стоит МТЗ-50, стоит 80-ский радиатор. Я его ставил несколько лет назад, покупал новый, где-то примерно в районе 13 или 14 тысяч покупал. Стоит он у меня не медный, а латунный. Летом на сенокосе высокие температуры бывают. Ну, мечешь, работаешь в жару. И старый радиатор, почему я поменял, там было запаяно несколько трубок. И он постоянно работал, ну, в районе красной зоны. Так что где-то температура была под сотни постоянно. Ну вот, пришлось раскошелиться и приобрести вот новый радиатор. Ну и пришлось там кое-что переделать, так что старый, да, кстати, старый радиатор, я его не стал никуда не сдавать, не выкидывать, не продавать. Лежит он у меня, хранится. Ну, запас карман не тянет. Так что и эти жалюзи лежат, тоже ждут своего часа. Возможно, они еще куда-то пойдут в какое-то дело. Так что вот так вот, друзья, пойду положу на хранение.